Со следующего года для всех нас вырастет квартплата. И хотя точных цифр краевые власти пока назвать не могут, очевидно, для многих это будет ощутимый удар по кошельку. А все из-за нового закона о капремонте домов. Я напомню, что теперь платить за ремонт фасадов, крыши, подъездов мы будем из своего кармана. На сегодняшний день не разработаны методические рекомендации по расчету ставки платы за один квадратный метр. Говорить, будет ли это с 1 января 2014 года, или будет это с 1 февраля 2014 года, или с 1 марта, все будет зависеть от того, когда разработают федеральный стандарт. Ранее чиновники уже говорили, что плата за капремонт может вырасти в 5-6 раз. Непонятно, и будет ли эта ставка единой для всех или в зависимости от того, сколько лет в доме не было ремонта. Сейчас же речь идет о создании регионального оператора. Это фонд, который будет собирать все деньги за капремонт. Торопят, потому что иначе не видать нам от государства миллиарда на снос ветхого жилья. Сам фонд будет, что называется, в один котел. А дальше, уверяют, схема будет прозрачной. Впрочем, будет возможность нести деньги не в котел, а жители смогут собирать их на счете банка. Правда, уверяют законодатели, тогда государство уже не гарантирует и сохранность на счету. Вдобавок, вряд ли